Всем привет! Вы попали на квартирник со мной, Егором Мишиным. Я, как можно заметить, сегодня не дома. Я сегодня в машине после концерта. Итак, кто у нас будет первым? Я. Хорошо, Павел. Паш, что ты нам будешь играть и на чем? Я так понимаю, на балалайке, да? Нет. А на чем? На пианино. Хорошо. Что именно будешь играть? Птичка. Украинская народная песня. Угу. Хорошо, давай, начинай. Так, сейчас Паша исполнит песню «Птичка». Пианино слышал? Да, слышал. Все. Так, покажи. Давай, начинай. Ага, покажи. Так. Это будет сначала нотами, потом со словами. Хорошо. Поехали. Так, ждем Пашу. Я готов. У нас, кстати, сегодня много. Хорошо, отлично. Начинай. Итак, Паша нам исполнит песню «Птичка». Встречаем. А все звук выключили? Угу. Это... Так, все, я играю. Птичка. Аплодисменты тебе, Паша. Ну смотри, очень интересно. И ты в конце так еще сделал. Несет. Так, сейчас. Несет. Это... Послушай. Прикольно. Давай. Смотрите. Топушок в носу несет. Хорошо, спасибо большое, Паша. Так. Алис, что ты нам можешь сегодня сыграть? Я не знаю, или на синтезаторе, или на инструменте. Давай на своем новом инструменте, а потом, если я тебя еще раз попрошу, то на пианино, на синтезаторе. Ок? Окей. Песня, которую я продумала, называется... Природа. Природа, хорошо. Итак, встречаем Алис с песней «Природа». Аплодисменты. А что-то играется сейчас? А то ничего не слышно.
Алис, очень плохой звук сейчас пошел. Алис, очень плохой звук сейчас был. Было не слышно. Okay. Еще раз попробуй сыграть. Okay. Просто я надела этих, просто стало, просто без них, ну, не будет больно. Она их поставила так. Вот. Хорошо, спасибо большое. Алис, аплодисменты тебе. Смотри, да, природа. Но как бы природа, она как бы очень... Я бы сделал бы поконкретнее, по типу птички поют или что-то того. Ну, это мой выбор, я так слышу. Это лично мое мнение, у тебя есть свое. Так, спасибо большое, Алис. Так, сейчас посмотрю, кто у нас есть. Даш, ты у нас послушать или поиграть? Так, Даши нету, да? Ладно, тогда Лёва. Послушай. А вот Даша, да? Да, я послушаю просто. А, хорошо. Лёва? Я пока не приготовлюсь. А? Я пока не приготовлюсь. Хорошо. Так, Полина, давай ты сыграешь что-нибудь. Ну, что сыграешь? Честно говоря, я играю не очень на укулеле, но могу наигрывать хорошие вполне мелодии. Хорошо, наиграй нам мелодию какую-нибудь. Так, скажи название мелодии, если ты знаешь. Ну, мне кажется, это больше похоже на какую-то колыбельную. Как на что? Колыбельную. Колыбельную. Ну, окей, хорошо, значит, Полина нам сыграет колыбельную. Встречаем. Спасибо большое, Полина. Да, колыбельная, очень интересно. Спасибо.
Так, у нас получается второй круг. Круг идет, да? Да, у нас второй круг. Так много людей, казалось бы, но немногие могут играть. Хорошо, допустим. Лёва, ты можешь сейчас сыграть или еще нет? Вообще я еще не подготовилась, но... Хорошо. Сейчас, сейчас подготовлю. Хорошо, я закончу второй круг и у тебя спрошу. Ок? Угу. Все, давай. Тогда, Паша? У меня свалился. У меня свалился телефон. Так. Паша, сыграй нам что-нибудь. Я? Ты, да. Мне нечего сыграть. Ничего. Мне, конечно, есть чего сыграть. Ну я играю. Ну что? Так, я буду играть две песни. Первая – это песня под названием «А кто у нас умный?» Алёша Александрова, Алексея Александрова. И «Весёлые гуси», русская народная песня. Как ещё раз вторая песня русская народная? А? Как называется вот эта русская народная? «Весёлые гуси». «Весёлые гуси», да? Да. Хорошо, давай «Весёлые гуси» сыграем. Пожалуйста. Так, нет, ну сначала лучше «А кто у нас умный?» Андрей. Ну хорошо, а кто у нас? Все, играем. Включаем, Паша, а кто у нас умный? Могу играть? Да, хорошо. Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый, два веселых гуся. Были гуси лапки, мужи у канавки, один серый, другой белый, были гуси лапки. Ой, кричи, бабуся, ой, пропали гуси, один серый, другой белый, ой, пропали гуси. Аплодисменты тебе. О, Паш, ты в каждой песне, ну, насколько я заметила, ты в каждой песне делаешь в конце... Или там да? Мне так нравится. Я так на уроках, конечно, не делаю, но просто. Хорошо. Спасибо большое, Паша. Алис? Я тут всегда. Так, сыграй на синтезаторе. Окей. Что это? Так, что ты нам сыграешь на синтезаторе? Я не знаю, я как-то песню придумала только сейчас. Ну, мало ли, может, придумаешь название. Я придумала, называется «Дела на человечки улетают в Марс». Да? Зеленые человечки улетают в Марс. Хорошо. Встречаем Алис с песней «Зеленые человечки улетают на Марс». Ты же готова? Сейчас, погодите. Вот, я готова. Раз, два.
Спасибо большое, Алис. Ну, да, возможно, зеленые человечки улетают на Марс, в принципе. Да, подходит. Спасибо большое, Алис. Я хотела тебе еще поздравить. Песню, которую я придумала, которую ты придумала, можно еще сказать, авторская песня. Авторская композиция. Вот, авторская композиция. Запомнила? Авторская композиция, когда ты придумываешь песню, которую, ну, музыку, песню, это называется авторская композиция. Так, дальше. Лёва, готов? Лёва у нас, видимо, не готов. Что ж, тогда, наверное, я... стихотворение прочитаю. А ты меня сегодня любишь. Скажи. А ты меня сегодня любишь? Спросила громко девушка в маршрутке. И пуговицу пальцем теребила на кожаной своей осенней куртке. И кто-то там ответил в телефоне. Она тихонько стала хохотать. Вчера это вчера. Ты что, не понял? А мне сегодня это нужно знать. Напротив тихо женщина вздохнула. Уж год как бросил муж, и ждать нет сил. Зуси щеки тихонечко смахнула. А если бы и он вот так спросил. А рядом с ним мальчика лет 5. Ладошку папы очень сильно сжал. Пап, ну, а ты меня сегодня любишь? Отец вдруг улыбнувшись, приобнял. Конечно, любит, бабушка сказала. Смотри, как смотрит, ты же его награда. Ты счастье в его каждом новом дне. Даже сомневаться в том не надо. Улыбка у мальчишки стала шире. И он спросил, а кто-то любит вас? Не знаю. Я живу в пустой квартире. Одна, наверное, встречу смертный час. Есть дети, внуки, правнуки. Так вышло, что ему уже давно не до меня. В маршрутке тишина на миг повисла. Но нужно жить.
другого не виня. Мне главное, чтобы жили они в счастье, здоровы были, чтобы все в порядке, чтобы хоть раз в 3 месяца звонили. Я жду их, покупаю шоколадки. Молиться буду каждый день за каждого. Для них всегда горит мой свет в огне. Это важно. Это очень важно, когда есть тот, кто любит в каждом дне. А вот меня и не за что любить, сказал мужчина. Я тупой баран. Не смог я счастье вовремя ценить. И в том, что я один, виновен сам. Ты не баран! Вдруг кто-то прокричал. Бараны не сумеют позвонить. Ты раз, хоть ее номер набирал, сказал, что любишь, попросил простить. Мужчина лишь вздохнул, махнув рукой, и номер прям по памяти набрал. Скажи, а ты меня сегодня любишь? Отец приобнял. Конечно, любит. Так, я немного перепутал текст. Насчет барана сейчас было обидно. Так. Ты не баран, вдруг кто-то прокричал. Бараны не сумеют позвонить. Ты раз хоть ее номер набирал, сказал, что любишь, попросил простить. Мужчина лишь вздохнул, махнув рукой, и номер прям по памяти набрал. Скажи, а ты меня сегодня любишь? Люблю. Еще сильнее, чтоб ты знал. Его глаза наполнились слезами. Нельзя мужчине плакать. Некрасиво. Но чтоб меня только понимали. Как рад я Юля слышать. Всем спасибо. А ты меня сегодня любишь? Набрал вслух смс-ку парень с куртки. Ответ он все маршрутки прочитал. Люблю. 24 часа в сутки. А ты, сынок, ты хоть чуток-то любишь? Старик спросил мужчину у окошка. Люблю, бать. Я к тебе 5 суток ехал, чтоб рядышком с тобой побыть. Напомните же близким и родным, что мыслями и сердцем рядом будете. Согрейте их признанием простым, что и сегодня вы очень сильно любите. Вот это стихотворение, был момент, там, где я запнулся. Так, Полина. Сыграли что-нибудь? Ну, мне вот сейчас... Вот я на пение ходила, вот, и там мы учили одну песню новую. И я запомнила 2 куплета и припев. Называется «Свирель дорожок». Как еще раз? «Свирель дорожок». «Свирель дорожок». Свирель дорожок. Ага, хорошо. Итак, ты готова? Итак, Полина нам сыграет песню «Свирель дорожок». Встречаем. Сразу хочу предупредить, что то, что буду играть я, будет отличаться от мелодии самой песни. Жили пастух да пастушка, жили свирель дорожок. На свирели играла подружка, дорожки откликался дружок. Одна пела фрошка и свирели, зеленочки, щечки, они были речки сухие. Колокольчик звенит весь день. Были речки синие, а березки светлые. Колокольчик звенит весь день. Выходили
Там, где гуляли пастух да пастушка, там, где играли змей да рожок. Одна белая вражда и свирели, зеленички, мешочки налили, были речки сети, они розы сети. Колокольчик звенел веселей. Хорошо, спасибо большое, Полина. Так, Паш. Что? Тебе есть что сыграть? Да. Хорошо, что нам сыграешь? Я не знаю, что вам сыграю. Ну, пожалуй. Сейчас. Пашка, говори громче, не слышно. Я сыграю вам бай-бай. Как? Это девчачья песенка, мне ее задали. Ладно, это баю-баю. Баю-баю. Так, я не расслышала. Хорошо. Ты готов? Да. Итак, Паша нам сыграет песню «Бай-бай». Сыграть? Да. Nice to meet you. Авторскую песню, да? Да, которую я продумала. Песня называется... Песня называется... Попугай. Попугай, да? Да. Хорошо, встречаем. Спасибо большое, Алис. Дальше. Полина, я увидела, что ты мне написала то, что ты хочешь прочесть стихотворение, да? Это я написала. Даша, извиняюсь. Даша, ты хочешь прочесть стихотворение, да? Угу.
ты хочешь прочесть? Не слышу. Да, я хочу прочесть стихотворение. Уж небо осенью дышало. Хорошо. Встречаем. Александр Сергеевич Пушкин. Уж небо осенью дышало. Уж небо осенью дышало. Солнышко блистало. Короче становился день. Лесов таинственная сень печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман. Крикливый гусей крикливых караван тянулся к югу, приближаясь. Довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора. Спасибо большое, Алис. Так. Я случайно выключила звук с камеры. Спасибо большое, Алис. Ой, Даша. Уже заговорился. Спасибо большое, Даша. Аплодисменты. Так. Что у нас есть еще? Лёва. Лёва у нас не здесь. О, ладно, тогда будем расходиться. Всем спасибо, что были здесь. На... Что? Что еще раз? Сейчас он сыграет. А, хорошо. Что сыграет? Собачий вальс. Какой собачий? Этюд. Этюд. Но ты выучил, да, его? Тут, смотри, тут легко. Тут всего две ноты. Этюд. Этюд. Готов? Ну да. Хорошо, встречаем. Сейчас. Сейчас. В общем, ничего не получается. Лев, выучи к следующему разу. Хорошо? Всем спасибо, что были на этом квартирнике. Нас сегодня было много. Всем доброго дня. Держите бобра. Всем пока.